У анапчан есть веский повод гордиться нашими спортсменами, которые достойно выступили на всероссийских и краевых соревнованиях. Только за одну прошедшую неделю 10 золотых медалей, 10 серебряных и 4 бронзовых награды в копилке у наших ребят. Сегодня можно с уверенностью сказать, что Анапа лидирует по таким видам спорта, как плавание, что вполне закономерно, волейбол и ушу. Лучшие спортсмены представят честь нашего города на первенстве Краснодарского края. В этот день поздравления они принимали от главы города Сергея Сергеева. Сегодня для роста личности, а если у этой личности еще и есть задатки, есть очень и очень большие возможности. Я хочу вам всем, и тренерам, педагогам, и особенно нашим спортсменам, состоявшимся уже как лидеры, и тем, кто сегодня еще растет как мастер, пожелать больших жизненных успехов. Я хочу пожелать вам здоровья, чтобы вы радовали своими победами наших родных и близких, ваших родных и близких, всех анапчан, и прославляли город-курорт на весь мир.